Помогать крымчанам реанимировать жилищный фонд будут специалисты из Московской области. Долгие годы деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов не выделяли, и многие из построек в плачевном состоянии. Согласно проекту, который привезли москвичи, в республике появится список многоэтажек с подробной информацией о них. Всего более 300 пунктов. Состояние крыши, лифта, фундамента и так далее. Благодаря проекту управляющим компаниям, ТСЖ, собственникам и советам домов будет легче взаимодействовать между собой. В Московской области эту систему внедрили в 2014-м. В Крыму она начнет действовать в этом году. Мы привезли определенный объем информации, то, как мы проводим мониторинг технического состояния многоквартирного жилищного фонда в Московской области, поделиться опытом формирования региональной программы, краткосрочных планов. Этот проект важен для Крыма прежде всего для того, что он позволит упорядочить понимание системы управления домами, и даже больше это позволит нам сформировать базу жилищно-коммунальную базу по многоквартирным домам.